Я вырос в обычном небольшом городке, где было мало возможностей для реализации. Но мне всегда хотелось чего-то большего. Я хотел быть независимым, хотелось иметь свои деньги. Я начал работать еще в 16 лет, тогда учился в 11 классе. У меня был опыт, я устроился на работу по найму и устанавливал кондиционеры. Проработав месяц и получив первую свою зарплату, я понял, что так работать не хочу. Я хочу работать на самого себя и быть независимым, иметь свободный график, зарабатывать столько, сколько я хочу. Первые свои заработанные деньги я потратил на создание своего делового образа. Я купил хороший костюм и хорошие аксессуары, потому что я понимал, что имидж играет важную роль в жизни человека, особенно в бизнесе. То есть, когда ты хочешь чего-то добиться, ты должен в первую очередь изменить себя внешне, внутренне, и тогда уже начинать делать первые действия. Компания Reflame, мне рассказала моя знакомая, но я сразу не поверил в эти возможности. После того, как я изучил литературу по бизнесу, я стал понимать, за что здесь платят деньги, и принял уже решение действительно серьезно начать работать. Когда я начал работать, меня никто не поддержал, ни родственники, ни близкие друзья, но я все-таки верил в то, что у меня все получится. Каждый день я тратил свое время для того, чтобы получить нужный результат. Современный человек очень много времени проводит в интернете. Сейчас мы знакомимся в интернете, общаемся в интернете, покупаем вещи. Основную часть своего бизнеса я веду через интернет, потому что это удобно, ты не привязан к месту. Ты можешь работать где угодно и когда угодно. Я считаю, что за этим будущее. Мне 22 года, и я уже имею достойный доход, который позволяет мне путешествовать по миру, иметь новый автомобиль и чувствовать себя свободно. Я и моя команда сейчас очень быстро и эффективно развиваемся. И большую часть своего времени мы тратим на то, чтобы обучать новых партнеров. У нас большой офис в центре города, и там мы с моей командой проводим встречи, семинары и тренинги. За время работы с компанией Reflame я накопил большой багаж знаний. Мы с удовольствием делимся этим опытом с новичками. Мы всегда рады тем, кто стремится к большему и готов трудиться. Мы, в свою очередь, научим и поможем выйти на достойный уровень дохода. Главное, ничего не бояться, верить в себя и свои силы. С детства я занимаюсь спортом, и это помогает мне преодолевать трудности, не останавливаться и добиваться своих целей. Бизнес не делится по половому признаку, и косметика – это хороший продукт для того, чтобы зарабатывать достойные деньги. Работая с компанией Oriflame, я перестал смотреть на ценники в магазинах, читать меню по-арабски справа налево. И, наконец, я позволил себе ездить за границу каждый год. Я мечтаю о том, чтобы у меня в семье было два автомобиля, и мы обязательно 3 раза в год путешествовали и имели свободный график. Я хочу быть успешным для того, чтобы на своем примере показать людям, что все возможно. Спасибо, Oriflame!